Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребл. О, кормилица! Как я скучал! Ребят, всем здравствуйте, с вами расхититель помоечки. Я очень скучал за помойкой, я болел, поэтому не мог ее полноценно лутать. Но теперь я получу ее сполна и заберу все, что найду в помоечках. Сегодня мой день, я нацелен на успех и очень сильно мечтаю найти что-то классное. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ребятки, вы знаете, что помойка кормит, поэтому я кормлю вас этим шикарным контентом, которого вы заслужили, ребятки. Со мной сегодня Димон, в смысле, ну, ковбой. Вот он сегодня со мной. Мы на скутерах еще. Мы на скутерах, да, вот это оба скутера его все. Ну, на велосипеде я пока не окреп после болезни кататься, но на скутере тоже нормально. Не успели подъехать к помойке, как смотрите, что я заметил. Есть здесь вот такая вот шикарная лестница металлическая. Как бы тут все удобства на помойке. Можно с помощью нее, ну, залазить на бак вот так вот сверху, как бы, и разрывать его. Плюс можно заниматься паркуром. Какие-то коробки деревянные, ну блин, пустые, но вообще в гараже бы пригодились. Опа, а что тут? А, это эти листовки. Блин, ну короче, макулатура. О, свежачка принесли. А у вас есть там вкусненькое что-нибудь? Нет. Старая техника есть? Кошачий туалет. О, тряпью и... Военная форма, это... Ботинки есть. О, это нам надо. Надо большого размера. Это на барахолку откуда? Там обувь? Там берцы, что ли, военные? Нет. Нет. Ну, они как-то не надо. Перебирает еще. О, Дима, обувай. Не, это мало, это 44-й. О, это же на меня. Охренеть. Спасибо вам. Кто там? Монитор? А, тут чисто матрица битая. Блин, обидно. Давай забивать сумку находками. Ой-ой-ой, они вообще просто их поцарапали. Вот из-за этого их не купит никто. Вот видите царапины. Инстрит бренд. Ну, их продать, ну, они новые, да. Но их купят за рублей 300. На барахолке их за 400. А форма, вот еще форма военная, смотрите, ребят, штанишки. Это можно, ну, как бы в армию служить уже, идти в этой форме. Вот уже целый набор и штаны. Ой-ой, чувак, тут что-то в кармане есть, ребята. Что-то в кармане есть, короче. Я вам отвечаю, что-то там. Салфетка какая-то. А внутри что-то завернуто. Не-не-не, просто салфетка, она после стирки. Может, там деньги где-то лежат. Но здесь форму, нет. Да. В общем, нашли здесь обувь, военную форму. Ну, неплохо помойка одевает и готовит к службе в вооруженных силах Российской Федерации, ребятки. Ну вот, меня заинтересовала вот эта коробочка, но она пустая, к сожалению. Ну да, да, да. Давай, чувак, надо озолотиться. О, у меня сразу набор отверток. Оль. Прикинь, сверху просто лежал, меня ждал. Обалдеть. Полезная вещь в гараже нам. В гараже очень мне это надо, да. И Диме надо, и мне надо, да. Плохие отвертки. О, очки, 3D очки. Только одного очка нет, тут всего лишь одно очко. Видите, второго очка нет. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Nokia N72. Блин, жалко. Стоп. Да блин, тут одни USB-шки. Оригинальный кабель.
Тут еще вот эта гарнитура новая, смотрите, ребят. Не родная. Ух ты, коллекционная штучка. Это ремешок Nokia и тряпочка. Нет времени вот так. Для телефона. А вот жопа от времени настала, он рассохся. Смотрите, ребят, от времени что с кабелем происходит? Он просто рассохся. Видите, он весь трескается и разрывается. Блин. Опа, хавчик. Фу-фу-фу-фу, тут тухлая курица. И печенка тоже вздутая, жесть. Там мухи уже откладывают свои личинки. Вот тут, походу, тоже еда. Тут гнилые авокадо или что это? Да, авокадо. Вот гнилое авокадо, бананы, свекла. Зелень гнилая. Не особо аппетитно. Пока вижу только то, что тут конкуренты прошлись. О, пирожки! Ой-ой-ой, свеженькие, прямо из печи, ребят, серьезно. Тут даже капустка есть, но не красненькая. Я думаю, они очень аппетитные, поэтому отложу для моих конкурентов-бомжей. Пусть покушают, кайфанут от жизни. Ну, ковбой, какой прыткий. Я сейчас все тут заберу у тебя. Утюг нашел. Ой, утюг? А, это чайник, подставка. Да где, там что-то интересное. Пойдет на мете. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, да, бабитон. Детская коляска вот такая вот стоит. Ее можно было бы на металлолом сдать, но впадлу ее везти. Ребят, кто не знает, короче, дай-ка сюда, я покажу. Ребятушки, ребятушечки, вот у нас вот такие колготочки женщина покупает по 20 рублей, поэтому мы их всегда собираем. Вот, поэтому я вот их отложу сразу в сторонку. Опа, вот они, смотрите, 44-й, мой размер. Только выглядят, конечно, они убого. Какие-то, как будто... А, это Умбра. Может, оставить для помойки? Забираю. Дима, канистра, прикинь. Мы ее сейчас воспользуемся. Максимум 10 литров канистра. Мы ее сейчас воспользуемся. Для бензина? Ну вот, тебя заправишь сразу, да? Аптечка. Бинты там еще есть, доставай, не пригодится, могут. Вот бинты, пластыри. Тапочки, вот, Дима, надо тебе? Нет. А? Не надо, что ли? Нет. Опять обувь. Опа, чувак, Adidas. Бутсы футбольные. Не, это мой, наверное. 44-й. Ну, это на меня, ребят. Зацените, какие кедики для футбола. Хотя в футбол не играю, но так носить тоже пойдет. Пятки даже не разорваны. Adidas. Футбольные. Ой, тут бытовые отходы. Кто-то изолентой, смотрите, чинил мусорный пакет. Трусики вот. Вот это я тут разложу, трусы. И вот эти, ну я как на выставке все развешу вот здесь. Выставка трусов на помойке. Ой, помойка обувает опять в очередной раз. А сумка-то набивается находками. Ой, какая помоечка интересная. Ого, дело. Министерство энергетики и электрификации СССР. МВД. Секретное. Ребят, секретное. Дела нашел секретные. Индивидуальная карта амбулаторно больного. Чуть-чуть арбузика. Я в этом году его даже не ел. Блин, был бы он герметичный, завернутый пакет хотя бы, я бы его попробовал. Протеин. Вот это для набора мышечной массы с помоечки. Вот здесь, смотрите, сколько его. Platinum Whey. Премиум Quality. Протеин 100%. Вот, видите? Дима. Хочешь мускулатуры набрать? Мускулатуры? Мускулатуры, мышечной массы. Не, протеин нельзя хавать. Не будешь? Он с помоечки.
Не-не-не, я откажусь от протеинчика. Ну ладно, я оставлю это для бомжов. Бомжи поедят и будут как гусеницы ходить. Блин, пусто. Покушать бы найти. Хлебушка чуть-чуть. Вот еще хлеб с магазина. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чувак. Вот это куш. Вот это я сегодня поем. Парень, вот это у нас пир сегодня. Настоящий, сосисочный. Вот сливочные сосисочки. Смотрите, Останкино. Вот еще Черкизово. А это что такое? Крылышки. Крыльца. Куриные крыльца тухлые. Но я такое не люблю. Вот хочу пиццы найти. Обалдеть! Офигеть! Это же абрикосы. Он, в принципе, нормальный. Тут, блин, да просто помыть надо и все. Посмотрите. Абрикоски какие сытненькие, огромные. Блин, я сейчас тут навыбираю себе домой килограммчика два. Вот эта помойка удивляет и кормит заморскими фруктами. Тут же шашлык маринованный, обалдеть! Обалдеть! Шашлычок в ведерках, смотрите, распродажа 40%. У меня запах сейчас не чувствуется. Он мертвый, если говорю, что он мертвый. Блин, два ведра шашлычка. Да если термообработку сделать, и можно было бы его пожарить, шашлычок. А ну, открой, понюхай. Запахом. Топовый. Да? Я тоже был заложен, но вроде топ. Как она кормит меня сегодня абрикосками. Вот смотрите, вот выбираю себе, набираю домой. Обалдеть, они вообще не гнилые, просто вот грязь. Это нужно просто помыть и все. И вот из-за этого их и выкинули. Ебануться! Чувак, это же... Это капитана форма. Офигеть! Морская форма, капитанская. Китель, вот. Офигеть, это купят на рынке, на барахолке. Вот такие подгоны, ребят. Погоны на плечах. Капсулы? Да ну нафиг. Они есть там? Нету. Тут какая-то каша тыквенная. А тут еда. Еда была когда-то. Ух, офигеть, это что такое? Ой-ой-ой, как же жалко. Я бы это так сейчас поел бы сытно. Оно все стухло и заплесневело. Обидно. Опа, 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 опа. Я свое возьму из помоечки. А здесь что? О, Дима, пригрузы. Вот это купят. Ребят, это для рук пригрузы. Или для ног. Книги интересные. Встречи с замечательными людьми. Таиланд. The Natural Georgic Travelis. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тут этот тракт. Трактат. Женская сексопатология. Трактат о ласках. Что тут произошло? Ну мы тут намусорим сейчас. Ну блин, офигеть, помойка переполнена просто. Надо аккуратненько ее смотреть. Ой-ой-ой! Охренеть! Обалдеть! Ребята! Ребята! Пивчики! Пивчики какие-то! Колбаски! Дата изготовления 15.06.21. Пивчики! Пивчики! Чуть-чуть чипсиков! Обалдеть, я сейчас поужинаю. Оно даже запечатанное. Ребят, я такой голодный. Если бы вы знали. Дима, будешь? Не. Ты что, они... Я не люблю такие. Понюхай.
ароматно, но не буду. Чего ты? Угощаешься? Не. Мне очень много. И если бы вы знали, что я сейчас ощущаю, вы бы меня поняли. Но вы, наверное, не поймете, потому что вас не кормит помойка. И я тоже не советовал бы есть из помоечки, но я балдею. Потому что жизнь одна, и я кайфую. Знаете, что если помойка кормит, то нужно ей питаться из нее, пока кормит. Ух ты! Он крутой, его на медь обрезали и сломали. Блин, ну он еще грязный. Не, такое никто не купит. Вот эта майка мне понравилась. Наверное, себе заберу. Отстираю, буду носить. Что это для ноутбука сумка вот большая. Это полная пена. Пена полная. Новая. Обалдеть, новая. Сумка для ноутбука в целом. Вроде бы целая. Ну, хорошая, слышишь? Mm. Что-то пристегивает, не понятно. Чувак, у меня тут айфон. Обалдеть. Ого. Обалдеть. Шестерка. Ага. Прикинь, в сумке лежал. Чё, как это возможно? Шестерка. Запитай ее с повара. Подожди. Дай-ка смотреть. Он не оригинальный. Это прикинь. Он паленый, я вижу сразу. Говорю, обалдеть. Я говорю, дай-ка посмотреть, я вижу, что это цвет не айфон. Я думаю, что это за айфон такой? Ребят, ну я очень сильно удивился, реально. Может, тут еще найду? Сумка вроде норм. Но, ребят, реально, вот эта сумка стоит дороже, чем вот этот телефон. Потому что это шляпа, не оригинальный айфон. Вот этот не оригинальный айфон проще вот так вот взять и разбить. Потому что, ну, вот продавать его никто не купит даже за 100 рублей. Пожароопасный плюс он. Видите, тут он весь разваливается, вот. Отслаивается, вот, корпус. Рюкзак какой-то интересный. Что это такое? Voice Disguiser. Да, ручки. Это нет, это знаешь, вот эти ходят на улице, говорят. Да, ну? Да. Короче, знаете, ребят, громкоговоритель просто, и все. Барахолку мне надо раз в продажу. Да, да, починишь только. Раз в продажу, все по 5 рублей. Вот, здравствуйте, ребятки, с вами расхититель помойки. Всем привет, с вами Димон. Ух ты! Работают. Электронные часы. 9 часов 40 минут показывают. 9:30 минут уже. Ну, помойка дарит время. Помойка дарит Apple Watch. Похоже, кстати. Apple шляпа Watch. А как ты вот это не увидел? Тут экран от айфона. Бит. Какой битый? Ты его не увидел. Не увидел. Подожди, подожди. На вид целый экран. Подожди. IP6S. Для айфона 6S, значит. Ну, кстати, хочешь прикол лютый? Это Ориго. Оригинальный экранчик. Это бэушный, утопленный. Ну, не знаю. Похоже, может, и рабочий. Заберем, в общем, пригодится. Так, вещи какие-то. Опа, 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 опа. Что-то есть. Офигеть, деньги. Кто-то в Таиланде был, что ли? Ребят, не разбираясь, напишите, сколько это в рублях, вот эти вот деньги. Так, только... Офигеть, новая крона. Это благовоние. Благовоние палочки. Это мне для сюрприз-боксов. Вот. Офигеть, сколько тут бижутерии. Куда? Леденец, вот это я возьму. Всякие вот... Браслетики, вот это вот все покупают у нас. Вот это такие нет, браслетики. Бижутерку всю берут. Вот проба. Вот это серебро. Ребят, видите пробу? Вот она, бочка. Серебро надо посмотреть. Чувак, тут презерватив есть. Light Contex. Нет, он целый. Вакуум есть. Беру. Так, что же здесь будет? О,
Ножи в коробке. Это, ребят, не ножи, а развод для пенсионеров. В метро, короче, за 10 тысяч толкают и говорят, вам будет скидка, поэтому они будут стоить 3200 рублей. Только из этого набора, видите, он вот такой. Вот эти два ножа вообще не с этого набора. Ребят, такая шляпа. Тут просто очень сильно гнется лезвие. Я их брать даже не буду. Капец ты, дед. Да, вот это деду надо, я это возьму. Ножницы. Ух ты, обалденные. Для рыбы топовые ножницы. Чувак, здесь аккумулятор от айфона взрывоопасный. Комбайн нашел. Древний. СССР комбайн. Вот это брать можно. Аппарат косметический Лотос советский. Ого! Офигеть, аптечка запечатанная. Чувак, аптечка запечатанная. Мобильная? Да. Еды до хрена. Мороженое! Мороженое! Холодное! Да! Конкурент, уйди! Так, что тут у нас? Бытовые отходы. Найки! Пацаны, найки! Обалдеть! Тут даже зажигалка внутри. Рабочая. Блин, а Рик это или нет, не пойму. Вроде оригинал. Их только отмыть надо. Что это? Батарея от MacBook Air. Ух ты. Неплохо. Оригинальная. Вот, смотрите, ребят. В коробочке. Вот аккумулятор для MacBook Air 13. Просто рядом с помойкой стояли, меня ждали. А ну-ка, сразу примерю. Подходят. Вот так вот помоечка обувает. Неплохо. Кепочку Димончик нашел. Нифига ты стильный. Бомжеватый. Опа, опа, опа. Ага, ага. Охренеть, что урвал, смотрите. USB хаб. О, круто, кстати. Это для зарядки телефонов. Офигеть, на 3 ампера, ребят. 5 вольт, 3 ампера. USB хаб для зарядки смартфонов. Я такого никогда не находил. Так, и мешок. Это от Apple Watch. Батарея. Часы. Ух ты. Матерь божья. Там какой-то Wi-Fi продач. Стархау. Часы какие-то. От бренда Стархау. Женские. Time Desigon. Слушайте, они смотрятся офигенно. Вот еще это Bluetooth передатчик. Батарея от Samsung, от планшета. Но батарею брать не будем. Вот эту? Да, а вот эти часики могут денег стоить и смотрятся неплохо. А что за бренд? Ну это Стархау какой-то японский. Вот это от Apple Watch, обалдеть, ремешок. Вот это топ находочки. Такие часики могут стоить, ну, бэушные 2500 или 1500. Купят все. Вот это вот деду мне не надо. Это мне тоже надо. Ну ладно, на, держи, тебе подарю тогда. Это у тебя от чего, говоришь? Это от ручки газа и тормоза и сцепления. Вот это от мото. Да я думаю, это у тебя от дрочки. Это ты дрочишь. Это от степа. Да дрочишь ты. Да дрочит он. Ребят, кто дрочит, тоже ставьте лайк этому видео. Дрочить это нормально. Ебать, чувак, это Гуччи. Вот я и говорю, сразу надо смотреть. Охренеть, это Гуччи. Похоже. Похоже на оригинал. Похоже. Бирка от стирки уже выстиралась. Гуччи гень, Гуччи сквад, да ля-ля-ля-ля. Штани Гуччи. Ой-ой-ой-ой, это надувной шар. Ватрушка. Обалдеть. Но она чуть порвана. Так там надувной круг. Берцы летние, офигеть. Неплохо, забираем. Только вот носки, может, выкинуть. А то тут они остались. Прошитые. Вот здесь меня интересует надувной круг. Это сейчас можно плавать на нем. Вот это я с собой на озеро возьму. Офигеть, Рибок. Чувак, это мой размер. Да что там здесь не на обуви везет, докажи. 44 размер, обалдеть. Смотрите, ребят.
Пятки, ну, почти не порваны. Буду в помойках рыться в этой обуви. Куда полезли? А я? Я тоже хочу урвать. Там вынос. Ой, там что-то есть. О! Рибоки. Тоже, кстати, походу моего размера. Кроссовки Рибок черные. Оригинальные. 44,5 размер. Блин, да что мне так везет сегодня? Вот, смотрите, как помойка обувает. В Рибоке оригинальные. На любой вкус и цвет. Зацени. Под мой нет как раз таки пойдет. О, сумка для нетбука целая. Идеально для меня. Надо. Это деду надо. Для ноутбука, ребят, она как новая. Вот это защищенная молния, видите? Она новая вообще сумка под ноутбук или нетбук. Вообще новая. Обалдеть, вы видите, что в помойку выкидывают? Вы видите? Видите? Зашить-то можно. Это что, термопод? Ой, термопод. Термопод от бренда Scarlett. Я до сих пор это магнитики. Магнитики. Можно самодельные магнитики делать. А, это кто-то фоторамки делал самодельные. Да вот. Вот, смотрите. Можно фотки все вставлять. Забираем. Я это домой заберу. Будут у вас свои фотки, где я на помоечке вставлять и магнитить к магниту. Подошли к помойке, а тут, смотрите, очень много вещей раскидано детских. Но они нам не нужны. Я полез. Охренеть, это... Ой, монтажная пена. Нам надо что-то запенить? Смотрите. Посмотрите, как фотка выцвела. Охренеть, кто-то бок фотошопа. Косметика какая-то. Вот это неожиданно было. Утконосы. Вот это я заберу. Подкова. Настоящая копанная. Вот. Тоже кто-то копатель. Кто-то это нашел и выкинул. Подковы. Повесим, да. Будем вот удачу приманивать. О! Духи. Новые, ребят. И что-то это может даже дорогие какие-то. Парфюм. Гей Ларокше Париж парфюм. Гей Ларокше Париж. Гей Ларокше. Как думаете, дорогие это духи или нет? Напишите, сколько они стоят. Ой, сосисочки. Годные до 24 июля. Вот это я сейчас поем. Бананчик неплохой. Яички. К завтраку, вот. А я тут себе ужин уже собрал. Бананчик, сосисочки. Начну сперва с бананчика. Он такой холодненький. Обалденный. Очень сильно люблю есть с помойки, ребят. Обалденный. Ого-го-го-го-го-го. Не знаю. Картошечка, вот опять. С ростками. Ой-ой-ой, какая страшная фотка. Ой, еще фотка, блин. Ну и качество. Как будто фокуса нет. Все мутное такое. А это что? Картина какая-то из каких-то тряпок, что ли? Что это? Свитерок. А что за бренд такой? Энгберс. Что-то модное, наверное, да, ребят? Тут даже вот кармашек есть, смотрите. Для презерватива карман по-любому. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько оно стоит. Загуглите. А я пока свитерок этот возьму и после обзора уже посмотрю в комментарии, сколько он стоит. Но мне он нравится. United Street Corporation. Sports E Project. Но это что-то американское. Опа! Опа! Опа. Знаю, что это. Слушай. Радио F-ресервер. Это для микрофонов? Нет. Охренеть. Это прямо узнавать, даже проводной выбор, да? Автоматы. Кулер. Ребят, я думаю, что это для микрофона какого-то. Радио F-ресервер. GMK. Опа. К
камера, видеонаблюдение. Сигнал. Это набор, что ли, для видеонаблюдения? Может, сюда это вот так подключалось? Ребят, как вы думаете? Напишите в комментариях. Ого, это моча или пиво? Похоже на мочу. Виноград нарисован. Она еще, конечно, самая настоящая. Вином пахнет? Конечно, понюхай, сейчас пробьет, нахрен, это лютое вино. А что, винцо я люблю. Помойка спаивает. Да ладно, да ладно. Ой, ой. Азовская молочная, конфеты. Конфеток, ребят, молочные коровки. Смотрите, какие аппетитные. Блин, вот это балдеж. Вот это я домой заберу. Вот это вообще класс. Только волосина это мне задолбала, мешается. Мягенькие еще. Романс. Шедевры кино. Порнофильмы, ребята. Любите ли вы мужчин? И заслуживают ли они этого? Конечно, мы этого заслуживаем. Коврик неплохой. О, роутер. Не утюг, так увлажнитель. О, увлажнитель воздуха. Wi-Fi роутер. Ну, мне нужен увлажнитель в квартиру. У меня вынос из хаты. Провод там какой-то. Лампа для маникюра. Опа. Опа. Чувак. На месте. Клавиатура. Стоп, стоп, стоп. Это механика. Ой-ой-ой. Обалдеть. По-моему, механическая, да. Послушайте этот звук, ребят. Это не от нее, кстати, это выкинем. Подожди. Не, коробку заберем. Zero. Какая-то Zero eSport Gaming Gear. Механическая клавиатура. Это в гараж, для гаражного компьютера. Ух ты, приятная. И, наверное, она еще и с подсветкой. Забираем. Это помоечка дарит гейминг. Подожди, там еще что-то есть. О, чувак! Мать. Обалдеть! Обалдеть! Блин, пусто! Это на тебя. Какой 48-й это мой размер? Твой размер, да? Опа! Чувак оригинальный. Да? Да. Битсы. Битс аудио. Поломанные только они. Даже с чехлом, ребят, смотрите. Вот чехол. И вот починить их надо. Синего цвета вот такие. Это точно Арик. Сразу чувствуются тяжелые такие. Видите, ребят, крепление вот поломано вот здесь. Опа, чувак, там телефон. Безрамочник. Xiaomi. О, с Type-C-шкой, ребят, современный. MIUI, Xiaomi. Прикинь, сейчас включится. Битый экран, блин, не включается. Слушай, он по-любому рабочий. Type-C-шный, ребят, Xiaomi. Кто знает, какая модель, напишите. Это какой-то Redmi, да, наверное? Модель MDG2. Блин, ну, в общем, на андроиде телефон. Ребята, этот Xiaomi работает. Его сбросили перед тем, как выкинуть. MIUI A1. Я такой же находил как-то давно. Ребят, Xiaomi Mi A1. Версия Android 9. О, заебись. 9 Android. Пойдет мне. Битый экран, но вот видите, сенсор работает, ну, все работает. Шикарно. Обалдеть. Тут еще дезик. Да, чувак, он там есть. Rexona Man. Помойка дарит свежесть. Еще. Ой-ой-ой, Xiaomi наушники. Бучка мощная. Нет, от электросамоката вроде. От электросамоката, да, зарядка. Электросамоката. Вообще неплохо. Столько гаджетов с одной помойки. Вот если телефон этот рабочий, то Дима его себе заберет, потому что ему нужен. Механическая клавиатура, блин, обалдеть. Wi-Fi роутер, ну жалко, что он без блока питания. Но все равно, блин, посмотрите, сколько гаджетов и все в одной помойке было найдено.
Давай тогда разрывать помоечку. Увесистая, может, что есть там хоть? Да ничего там нет. Но она, целая? Че не берешь? Она большая, я для тебя отложила. Так нет, на продажу-то можно. Да? Asus. Фирменная Asus сумка для ноутбука. Ну и за сколько-то? 20? Нет, за соточку должна улететь же. Машинки. Ух ты, Lamborghini. Целая. И бумер X5 целый. Возьму. О, Нерф, офигеть, забирай. Дай гляну. Обалдеть. Смотрите, что Дима нашел. О! Вот такие, вот эти. О, стреляют. У меня тоже должен стрелять. О! Работает. Можно на бомжей охоту начинать. Смотри, тут даже элит мега переключает. Помойка вооружает. Пульки-то забери, не он должен стрелять. Вот. Это не игрушка. Он, не, ну он тоже стреляет. Ну и что? А ну, проверим на Диме. Стреляет. Опа, вещички. Помоечка одевает. О, перчаточки. Вау, это ролики. Обалдеть, это для ног. Блин, на мою ногу не налазит. Но, блин, прикольно. У кого такие были? Напишите. Тут даже они светятся. Колеса светятся. Видно вам? Смотрите. Вау. На металл хотели взять. Так это же камера. Вот это нам пригодится, камера наблюдения. Это уже вторая за сегодня. Штекера для блоков питания. Сумка Calvin Klein. Calvin Klein джинс. Смотрите, ребят. Сверло. О, нифига себе, сверла. О, новые. Мелочевка всякая для дома полезная. Биты, блин, ребятки, биты. Это для отвертки, мне не надо. Там металл. Ничего ценного. Что там, что там? Есть золото? Ребят, вот эту коробку конкурент забыл. Он это все собирал себе. И в итоге ушел и забыл. Вот блок питания. Электронный трансформатор для галогенных ламп. Type-C кабель. Остался пауэрбанк. О, USB удлинитель. Колонки вот эти никто не купит на рынке. Даже на барахолке. За 5 рублей даже никому они не нужны. Что, контент можно показывать? Показывай. Это же эти. Обалдеть, пули. Патрончик. Ребят, нестреляные пули. Пистолета монтажного, да? Для монтажного пистолета. У меня есть из чего и не пострелять. Какая-то сумка с электроникой. Кстати, сразу говорю. Пошли смотреть быстрей. Мотозапчасть. Телефоны. Сюда. Ага, ага. Спокойно, чувак. Дай я посмотрю. Ты там ройся в сумке, ройся. Это разбитые, разобранные наполовину телефоны. Вот это целый. Вот это целый ZTE старый. Но он битый. Вот тоже старый какой-то. Это LG вроде бы. Или нет, это тоже вообще китаец какой-то. О, тут приборка от мотоцикла. Нет. Это от мотоцикла. Да. Или от машины. Или от мото, хуй знает. На, не, от машины вроде. От машины, походу. Ребят, смотрите. Мы гоним быстро, не подъедешь близко, остановись, если хочешь убедиться. Нет, платы. Вот три телефона, три вот этих заберем чисто, потому что они целые. Давай возьмем аккумулятор. Лапу можно забрать. Лапу. На запчасти продадим. Да? Это у нас что-то от турбины, кстати. А, нихрена. Это турбина от машины. Это не турбина, это вроде... Это турбонаддув. Это не знаю чего. Это вот в машине стоит. Вроде от турбины, кстати. Турбина, это я тебе говорю. Это турбина была. Турбо. Ребят, турбо от машины. Турбина. Говорю, интересно, вот клапан. Ого, сколько стаканчиков. Новые, что ли? Да, новые вроде. Да, новые стаканчики, обалдеть.
О, а это диски. Ух ты! Assassin's Creed, диск с игрой. Вообще как новый. Блин, ну такое брать никто не купит. Сталкер! Сталкер, Зов Припяти. Вау! Тесно, это оригинальный сталкер. Вот еще сталкер. Обалдеть, сколько тут сталкера. Battlefield 3, Far Cry 3. Ого! Тут вейп был. Обалдеть, это советская штука какая-то, алюминиевая. Сифон. Газировку делать, обалдеть. Алюминия тут килограмма полтора-два. Угадайте, что мы на природе делаем? Нет, не жарим шашлыки. Мы обжигаем провода, которые насобирали с помойки. Вот они. Целая куча медных проводов, которые мы сейчас будем опаливать, а потом сдадим на металл. А деньги поделим на двоих. Для этого есть ацетон. Ацетон в помойке нашли, сейчас будем поджигать. Огнеопасно, не вздумайте за нами повторять. Это опасно. Ацетончик подальше. О, блядь! Он чё так пыхнул? Обалдеть, ребят, вы это видели? Я не понимаю, почему зажигалку нельзя подносить. Очень опасно, только ребят, ацетон. Очень опасно. Ребят, я когда увидел вот эти перчатки, я испугался, думал, человек там лежит.